17 сентября вся страна отметит День народного единства. Этот праздник был учрежден 7 июня 2021 года указом главы государства Александра Лукашенко и приурочен к годовщине начала освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился. В День народного единства в лидских школах состоятся торжественные митинги, посвященные открытию мемориальных досок герою Беларуси Андрею Нечипорчику в средней школе номер 9 и герою Беларуси Никите Куканенко в 6-й лидской школе. Напомним, 19 мая прошлого года во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет 116-й штурмовой авиабазы Як-130. Погиб его экипаж, командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Нечипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куканенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек. Летчикам посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.